стеку подножия горы, веками следуя пути, что проложила гора, он добрался домой, соединился с рекой, а затем влился в море. Отпекаемый горой свой путь домой ручеек не терял, крохотный ручеек и великая гора полагались друг на друга. Ручеек и гора друг друга сдерживали и зависели. Хоть ветер угрожал горе, но не прорвался сквозь нее. Все между ними осталось, как и всегда. Ветер яростный и великая гора полагались друг на друга. Ветер гора надзирала, гора над океаном, и в нем процветали и множились, процветали и множились творения. Огромная волна и великая гора полагались друг на друга. Чтоб сделать работу свою, благодаря своей личности, характеру своему, способом, что ведом лишь ему. Он спускается к людям, чтоб начать новый период и прежний завершить. Явление Бога — это не знамение и не образ, не разновидность церемонии. Это не чудо, не великое видение, и это совсем не религиозный процесс. Это факт, который люди могут увидеть.
коснуться к нему на земле. Явление это не ради соблюдения правил, не ради каких-то краткосрочных дел его. Скорее сей приход — это работы этап в плане управления Божьего. Всегда имеет свой смысл Бога на земле явление. Связано оно с планом управления, с его планом управления. Явление это не похоже совсем на явление Бога, который за собою ведет. Кто наставляет всех и просвещает, наставляет и просвещает. Труд великий творит он, всякий раз являя себя. Труд сей отличен от работы прошлых периодов. Никто из людей такой работы раньше не знал, не представлял и не испытывал. Этой работой значит новый период, а прежний завершен. То новый высокий труд ради спасения людей, ради того, чтобы войти людям в новый период. В этом значении явления Бога на земле. Который людям
следует признать, чтобы узреть явление Божье, идти по Его следам, отбросьте ваши представления, не говорите, как Богу поступать. В рамки людских концепций Бога не нужно заключать. Вы должны спросить, как искать Его следы, как принимать явление Божье, покоряться Его труду, раз в людях нет истины, они должны повиноваться должны и принимать, принимать. Если мы ищем Божьи следы, следы, мы должны искать Его волю, волю и Его слова. Там, где новые слова, новые Его слова слышим, там, где Его следы видны, Его дела, где выражение Божье, там Его явление, а где Его явление, там истина, путь и жизнь. Укажут верный путь, смотри, трудится ли дух и есть ли истина, о ком свидетельство и что оно дает. Вера в Бога — это вера в Дух Его. Вера в Бога воплощенного. Века по сотворении идет ли путь к нормальной жизни, ведет ли истина к нормальной человечности, она практична, своевременна. Если здесь истина есть, опыт будет реальным, целостными будут человечность.
работы, методы меняются всегда. Меняются и те, кто следуют за ним. Чем больше работы проделывает Бог, тем больше люди познают Его. И больше меняется людской характер, соответственно Его работе. Труд Бога продолжается, не остается прежде всегда. Один и тот же труд, работа меняется всегда ново. Изрекает новые слова и трудится по-новому над тобой. Это работа, что делает Бог, и ключ к ней в чудесном и новом. Бог неизменен и всегда будет Богом. Это абсолютная истина. Труд Бога продолжается, не остается прежде всегда. Новый Он не повторяет былую работу, и несовершенные еще дела Он совершит. Работа меняется всегда. Те, кто не знает работу Духа Святого, глупые люди, не знающие правды, превращаются в противников Бога. Божья сущность никогда не изменится. Бог всегда Бог, Он не сатана. Но это не значит, что Его труд одинаков и постоянен, как Его сущность. Ты говоришь, что Бог неизменен, но как объяснить, что Он не стареет всегда? Новый Его труд расширяет границы, Он являет людям свою. Человек правит всем сущим. Бог дал человеку большую власть, позволив на земле управлять всем сущим, травой на горах, животными в лесах и рыбой в морях. Но вместо того, чтобы быть из-за этого счастливым, человек постоянно испытывает тревогу. Его жизнь наполнена муками и суетой. Это веселая, но совершенно пустая жизнь. Никто не смог себя избавить от этого. Никто не избавился жизненной пустоты. Никто не открыл для себя жизнь полную смысла. Никто никогда не испытал настоящую жизнь. Люди
всех религий, сообществ народов знают царящую на земле пустоту. Все они ищут Бога и ждут Его возвращения. Но кто же способен узнать Его, когда Он придет? Когда Он придет? Теперь люди живут под Божьим светом, но не знают небесной жизни. Если Бог не милостив и не спасает все человечество, они напрасно пришли, без всякого смысла живут на земле. Им нечем гордиться, они напрасно уйдут. Люди всех религий, сообществ народов знают царящую на земле пустоту. Все они ищут Бога и ждут Его возвращения. Но кто же способен узнать Его, когда Он придет? Когда Он придет? Когда Он придет? Если ты не можешь следовать за сегодняшним светом, то между тобой и Богом есть дистанция. Возможно, даже ваши отношения разорваны. У тебя нет нормальной духовной жизни. Нормальные отношения с Богом строятся на принятии Божьих слов сегодня. Если у тебя нормальная духовная жизнь и надлежащие отношения с Богом, потоком Святого Духа, очнулся ли ты от своего пассивного состояния? Те, кто верит в слова Бога, кто берут за основу Божью работу и следуют за светом сегодня, те находятся в потоке Святого Духа. Следуешь ли ты за работой Святого Духа? Если ты можешь следовать за Его сегодняшним светом, постигать Божью волю и входить Его слова, то ты следуешь за потоком Святого Духа. Если ты не следуешь за потоком Святого Духа, то ты, несомненно, не стремишься к истине. Святой Дух не будет работать внутри тех, кто не имеет желания совершенствоваться. Такие люди не могут собраться силами и всегда остаются пассивными. За потоком Святого Духа, очнулся ли ты от своего пассивного состояния?
верят в слова Бога, кто берут за основу Божью работу, следуют за светом Духа сегодня. Если ты доверяешь, что Божьи слова истинны и правильны, веришь Его словам, что бы Он ни сказал, то ты стремишься к вождению в Божью работу. И таким образом ты исполняешь волю Бога. Знание Бога не полагается на опыт и воображение, и не нужно связывать их с Богом. Ведь не важны богатый опыт человека и фантазия, они ограничены, это не факт и не истина. Они противоречат реальному характеру Бога, и они противоречат Божьей реальной сущности. Божий праведный характер, Его истинная сущность, Он не навязан людьми и не подобен Его творению. В конце концов, Бог есть Бог. Характер и сущность не изменятся. Не изменятся. Так что познание Бога приходит не от восприятия, восприятия объектов, и не через анализ, через понимание других людей. Познание Бога не достигнуть такими путями и средствами. Познание Бога не полагается на опыт или воображение. Они ограничены, они не факт и не истина. Придет день просветления, и истинное понимание
станет твоим, будет твоей наградой, результатом твоего сотрудничества с Богом, твоей жажды и стремления к истине. Большой объем работы Божьей, но не изменился, не очистился. Ты по-прежнему под влиянием сатаны живешь и не подчиняешься Богу. Ты покорен, но не усовершенствован. Ты не стремишься к жизни или познанию труда Божьего, лишь ищешь неги и удовольствий. И так характер твой не изменился, ты не вернул себе тот образ, по которому Бог сотворил людей. Ты живой труп без духа. Богу нужны такие люди, как Петр, кто стремятся быть усовершенствованными. Сегодня истина дается тем, кто ищет ее, а спасение тем, кто хочет быть спасен. Но смысл не только в том, чтоб обрести его, но и в том, чтоб Бог вас обрел. Вы обретаете Бога, чтобы Бог мог обрести вас. Те, кто никогда не стремятся достигнуть святости, не стремятся к познанию вопросов духовности, не стремятся к истине и довольствуются только тем, что могут быть покорены в негативном смысле. Те неспособные воплощать в жизнь и провозглашать истину, становиться святыми людьми. Это те, что не были спасены. Богу нужны такие люди, как Петр, кто стремятся быть усовершенствованными. Сегодня истина дается тем, кто ищет ее,
о спасении тем, кто хочет быть спасен. Но смысл не только в том, чтоб обрести его, но и в том, чтоб Бог вас обрел. Вы обретаете Бога, чтобы Бог мог обрести вас. Сегодня Бог сказал вам все эти слова. Вы их услышали и должны практиковать. Истины, заложенные в них, когда вы сможете воплотить их в жизнь, Бог обретет вас через эти слова. В то время вы уже обретете их, то есть обретете величайшее спасение. Как только вы будете очищены, вы станете людьми настоящими. Богу нужны такие люди, как Петр, кто стремятся быть усовершенствованными. Сегодня истина дается тем, кто ищет ее, а спасение тем, кто хочет быть спасен. Но смысл не только в том, чтоб обрести его, но и в том, чтоб Бог вас обрел. Вы обретаете Бога, чтобы Бог мог обрести вас. Христос пришел в последние дни, чтобы все, кто истинно верит в Него, были обеспечены жизнью, были обеспечены жизнью. Проделан этот труд Христом ради завершения прежней эпохи и начала новой. Это путь, по которому должны пройти все, кто желает войти в новый период. Если ты не способен признать Христа, а вместо этого проклинаешь, хулишь и подвергаешь гонениям, тогда тебе суждено вечно гореть в аду. Никогда не войдешь в Божье царство. Христос и есть проявление Святого Духа и Бога. Он тот, кому Бог поручил совершить Его работу на земле. Так что Бог говорит, что если ты не можешь принять все, что сделал Христос, если ты противишься и отвергаешь Христа последних дней, никто не возьмет на себя ответственность за последствия вместо тебя. У тебя больше не будет шансов на Божье одобрение с этого самого дня. Ты можешь покаяться, но ты больше никогда не узришь лик Бога.
поскольку ты противишься не человеку. Ты отрицаешь не какое-то мелкое существо. Это Христа ты отрицаешь. Осознаешь ли ты все последствия? Христос и есть проявление Святого Духа и Бога. Он тот, кому Бог поручил совершить его работу на земле. Так что Бог говорит, что если ты не можешь принять все, что сделал Христос, так что не скаль клыки на истину и не подвергай ее беспечной критике, ибо только истина может принести тебе жизнь и позволить возродиться и узреть. Хочет обрести тех, кто по сердцу ему. Не живи в смутной вере, но будь послушен его труду. Не интересуйся идеями Бога на небесах и не создавай сложностей Богу во плоти. Те, кто ему послушен, послушны всем планам его. Те, кто ему послушен, послушны словам его. Им не важно, что Бог на небесах делает, и каков он. Они сердца отдают Богу на земле, они раскрывают перед ним всю свою сущность. Они не думают о безопасности своей, они не поднимают шума, Бог его плоти, его нормальности и его практичности. Те, кто послушны Богу во плоти, могут быть усовершенствованы, а те, кто верят в Бога на небе, не обретают ничего. Потому что Бог на земле, а не на небе.
возвеличивать Бога на небесах и видеть Бога на земле обычного человека. Бог на небе велик, чудесен и очень мудр, но Он не может быть виден людям. Бога на небе, которого воображают люди, просто не существует вовсе. Бог на земле обычный и незначительный. Бог на земле не вершит сверхъестественных дел, и разум его не сверхъестественный. Он трудится и говорит обычно и практично, и пусть он не говорит с помощью грома, не вызывает ветры и дожди. Он истинное воплощение Бога на небесах и истинный Бог, живущий среди людей. Те, кто послушны истину и слово жизни, ты можешь думать, что из 10 тысяч слов лишь одно согласуется с твоими мыслями из Библии. Вникай в это 10-тысячное слово. Бог призывает быть смиренным, не быть самонадеянным, не превозносить себя. Разве годен ты для спасения, если принять не можешь я? Почтения к Богу, ты обретешь больше просвещения из этих слов. Если ты изучишь эти слова, ты увидишь, есть ли в них жизнь, есть ли в них истина. Не осуждай слепо Божьи слова из-за лжехристов последних дней, не хули Святого Духа из страха быть обманутым. Разве годен ты для спасения, если принять не можешь я? После поисков и изучения
ли ты все равно сочтешь, что эти слова не истина, не путь и не Божье выражение, ты будешь наказан, утратишь благословение. Разве годен ты для спасения, если принять не можешь явную истину? Разве тот ты, кому посчастливится вернуться к престолу Бога, вернуться к престолу Бога? Там, где есть Божье явление, выражение истины и голос Бога, только принимающие истину могут слышать Божий голос и свидетельствовать об Его явлении. Отбрось все мнения о невозможном, мысли о невозможном скорее всего превратятся в жизнь. Мудрость Бога парит выше небес, Его мысли и Его работа намного выше всех мыслей людских. Чем более невозможным кажется что-либо, тем больше истины в этом можно искать. Чем недоступнее человеческому пониманию, тем больше в этом содержится Божьей воли. Не имеет значения, где Он является. Бог есть Бог, Бог есть Бог. Его сущность никогда не изменится от того, где Он явился. Отбрось свои представления, успокой свое сердце, прочитай эти слова. Если ты стремишься к истине, Бог осведомит тебя о своих воле и словах. Бога остается неизменным, где бы ни ступала Его нога, Он Бог всего человечества, Иисус Бог всех израильтян, Бог Азии, Европы и всей вселенной. Ищи Божью волю, опирайся на Его Слово, открой Его явление, иди по Его следам. Бог есть истина, путь, жизнь. Его слова и явления существуют одновременно. Его характер и следы всегда становятся известны человеку. Братья и сестры, надеюсь, вы сможете увидеть явление Бога в этих словах. Следуйте за Ним в новый период, на новые небеса и землю, которые были подготовлены для всех ждущих Его явления. Отбрось свои представления, успокой свое сердце, прочитай эти слова. Если ты стремишься к истине, Бог осведомит тебя о своих воле и словах. Отбрось свои представления,
успокой свое сердце, прочитай эти слова. Если ты стремишься к истине, Бог осведомит тебя о своих воле и словах. О, выбирайте свою тропу, не отвергайте истину и не хулите Святого Духа. Не будьте невежественными, не будьте высокомерными. Слушайте наставления Святого Духа. Возвращение Иисуса есть великое спасение для всех способных принимать истину. Возвращение Иисуса есть осуждение для неспособных принимать истину. Желайте истину обрести, ищите истину. Это единственный путь, который принесет вам пользу. Все те, кто слышал истину, но все же воротит свой нос от нее, так глупы и невежественны. Возвращение Иисуса есть великое спасение для всех способных принимать истину. Возвращение Иисуса есть осуждение для неспособных принимать истину. О, принимать истину. Осторожно идите по тропе веры в Бога, не делайте поспешных выводов. Не будьте небрежны и беспечны в своей вере в Бога. Тем, кто верит в Него, следует быть почтительными и скромными. Те, кто слышал истину, но все же делает поспешные выводы и осуждает истину, полны высокомерия. Возвращение Иисуса
для всех способных принимать истину. Возвращение Иисуса есть великое спасение для всех способных принимать истину. Богу не важно, каков человек, мал или велик, пока он Бога слушает. Следует его наказам и верениям. Его труду, его плану и его воле, так, чтобы Божьи планы, воля могли развиваться без помех. Такие поступки достойны остаться в Божьей памяти. Достойны его благословения. Бог ценит таких людей и заботливо относится к их поступкам, их сердцам и их привязанности к Богу. Это его отношение, это его отношение, его отношение. Бог ценит таких людей и заботится. Отношение, это его отношение. Жил на свете праведник по имени Иов. Он всегда боялся Бога и удалялся от зла. Его дела прославлены Богом и остаются в памяти людей. Жизнь Иова имела ценность. Иов был благословлен Богом, но был он еще искушаем сатаной, испытан Богом, засвидетельствовав о Боге, которого он боялся. Заслужил он право называться праведником, несмотря на все, через что прошел Иов. Его жизнь была счастливой, в ней не было боли. Иов был счастлив не только потому, что Бог благословлял и хвалил его, но еще и потому, благоговеть перед Богом.
протяжении десятилетий после испытаний жизнь Иова была более основательной и безмятежной. Он стремился к вере и признанию, а также к подчинению Божьему господству. Все важные моменты жизни Иова были отмечены этими стремлениями и целями. Благодаря им он доживал свои последние годы в мире и встретил конец, будучи счастливым. Несмотря на все, через что прошел Иов, его жизнь была счастливой, в ней не было боли. Иов был счастлив. Счастлив в спокойствии и радости, осознав волю Творца и испытав благоговение. После того, как он увидел, как велик, чудесен, прекрасен и верен Бог, Иов был счастлив. Просто несет через этот мир, как осенние листья на ветру. Они порхают то тут, то там, им негде голову преклонить. И нет для них слов утешения от Бога. Они лишь уличные попрошайки, за пределами небесного царства мечутся с места на место. Хоть Божье обличение и переплавка за ними никогда не следуют. Уверен ли ты, что этот мир — место твоего покоя? Легко ли тебе улыбаться, если от Божьего обличения уклонился? И может ли твоя минутная радость в сердце твоем покрыть пустоту? Что не скроешь? Можно дурачить своих близких, но дурачить Бога нельзя. Поскольку слаба вера твоя, ты не
не видел истинных радостей жизни. Бог побуждает тебя искренним быть и посвятить полжизни Ему. Это лучше, чем жизнь прожить, все расти в трудах ради плоти. Терпя страдания и боль, что людям невыносимы. Уверен ли ты, что этот мир — место твоего покоя? Легко ли тебе улыбаться, если от Божьего обличения ты уклонился? Может ли твоя минутная радость в сердце твоем покрыть пустоту, что не скроешь? Можно дурачить своих близких, но дурачить Бога нельзя. В чем смысл слишком сильно себя любить и от Божьего обличения бежать? В чем смысл временного обличения избегать и пожинать вечный позор и наказание? Уверен ли ты, что этот мир — место твоего покоя? Легко ли тебе улыбаться, если от Божьего обличения ты уклонился? Может ли твоя минутная радость в сердце твоем покрыть пустоту, что не скроешь? Можно дурачить своих близких, но дурачить Бога нельзя. Слушайте Божий глаз, узрите Его труд.
давайте все взглянем на судьбу. Thank you.
три стадии работы Бога несут все перемены. Ни человек, ни время, ни природа, ни сам мир не могут развиваться сами по себе. И вместе с Божьими трудами меняется весь мир. И все создания Божии, и люди всех религий придут и преклонятся перед Ним. Эту работу может сделать лишь Он. У лидеров религиозных нет такой власти. Живут все люди под Богом одним. Лишь Он ведет и направляет всех. Религиозный лидер просто человек. Сравниться с Богом не дано ему. Способен лишь он вершить судьбы людей, места определять для всех вещей в этом мире. Его конец. Лишь тот, кто сотворил его, способен привести эпоху эту к завершению. Тот, у кого такой нет власти, это не Бог и не Господь людей, и столь великий труд Он не свершит. А кто пытается, тот Божий враг. Под силу этот труд лишь Богу одному. Несовместимы с Богом ложные культы, а значит точно они враги. Весь труд свершает.
в конце вернется в руки Его. Какая бы религия у них ни была, все люди в конце подчинятся Богу. Ведь Бог превыше всего.